Друзья, привет всем! Находки очередные. Начинаем мы сегодня обзор вот такого чуда аппарата от фирмы DeWalt. Или DeWalt говорят, да? Вот. Ну что, попробуем его запустить. У нас, кстати, недавно похожий был в обзоре. Здесь у нас не хватает чего-то. Ну попробуем. Ага. Так. Давайте сначала вот так сюда. На. Ну как бы рабочий. Ну. Как бы рабочий. Не знаю причину его выброса. Ну, возможно, сейчас, знаете, как люди выбрасывают, потому что уже приобретают себе на аккумуляторах такие аппараты. Ну, хорошо. Что ж, неплохо. Пойдет на барахолочку. Пойдет на барахолочку. Так, давайте мы вот так вот его поставим. Здесь он вроде не будет нам мешать. У нас сейчас еще один аппарат будет не менее интересный. Не менее интересный, а для кого-то даже может быть и более интересный. Для этого аппарата нам нужен будет кабель. Что-то с кабелями у нас, как всегда, проблема. Итак, кабель нашел. Вставляем в розетку. Смотрим, что у нас здесь. Радио. Вот, радио. Мы будем считать, что рабочее, потому что... Вот. Радио будем считать, что рабочее. Давайте теперь посмотрим тейп. Кстати, GF64 Sharp. Вот что у нас, где у нас кассетка тут есть. Regenbogen. Так, вот такая какая-то кассета есть. Попробуем. Так, эжект у нас вот тут. Раз. И нажмем play. Ну, в данный момент, ребятки, у нас, короче, давайте я громкость выключу. Значит, крутит он кассету, в принципе, он рабочий. Вот, единственное, что состояние у него, ну, где-то он стоял в гараже. Вот, в свое время его успели все-таки поюзать неплохо. Вот, но если его отдать в хорошие руки, а мы знаем такие руки, то он опять заблестит и засияет новыми красками. Вот. Он сейчас реагирует просто на мой мобильник. У меня интернет не отключен. Ну вот это, короче. Это была сказка там на кассетах для детей. В общем, вот такой аппарат. Рабочий. GF6464. Нормоз. Нормоз. Сейчас продолжим. Так, у нас следующий смартфончик вот такой. Короче, он реагирует вот на нажатие кнопки, он там что-то вибрирует, да? Вот, но дисплей у него не рабочий. И вот такой есть еще Sharp. Это у нас мини CD-плеер. Вот, но он, конечно, только уже в таком состоянии, что только на запчасти.
Так, дальше идем, дальше, дальше. Вот такой у нас на один плеер. Плеер Sanyo. Бас Экстрандер какой-то. Бас Экстрандер. О, вот так открывается. Ну, в принципе, вот так в комплекте весь. Нужно за него, в него батарейки зарядить. Оп, крышечка выпала. Батарейки поставить. У меня, кстати, нет сегодня таких батареек. Вот. Ну и смотреть, уже рабочий или нет. Ну так, в принципе, неплохой. Ценители еще у нас есть. Так, и у нас вот такой на один. Часы вот такие. Где-то у меня там были, блин. На них зарядки. Надо найти. Вот какая-то есть зарядка. Не знаю, сейчас посмотрим. Попробуем. Так, будет ли, подойдет ли, потому что там не ко всем магниты подходят. Ну вот так вот. Так. Раз. Правильно, нет? Так, нет, неправильно. Вот так точно не подходит магнит, а вот так подходят. Но нужно держать пальцем, потому что немножко там не совпадает все-таки. Вот так вот. Ну, не знаю, будет держаться, нет. Короче, мудрить не будем. У меня там зарядки есть еще дома. Сюда нужно правильную просто найти, чтобы она примагнитилась и хорошо стала. Можно зарядить и посмотреть, что за часики. Потом посмотрим. Пока положим здесь. Так, вот такой у нас есть телефончик, битый, сразу говорю. Где у нас тут? Вот, раз, зарядочка. Ну, раз он битый, вряд ли он будет работать. Это у нас Samsung, по-моему. Заклеено нахрен все. Смотрите, вот таким, такой наклейкой. Давайте попробуем оторвать. Если получится. Угу. Samsung. Но вряд ли он, как я и сказал, вряд ли он будет включаться на этих OLED дисплеях. Если, блин, трещина есть, все, они уже это... А, нет, вот вы знаете, что-то я подошибся. Смотрите, вон показывает он. Ну, не факт, что будет работать конкретно хорошо. Вот, ну пока заряжаться начал. Так, это мы сразу тоже выкинем. Идем дальше. У нас тут мелочи всякие есть. Есть вот такой вот градусник для измерения температуры. Здесь, знаете, так это. Вот здесь одевается такая насадка. И он в ухо засовывается, короче, и раз, показывает температуру. Вот, но это. Еще насадки на него надо. А здесь просто температуру мерить, тоже градусник. А, естественно, не себе беру, а на барахолку. А вот такой вот на один. Ежик. Ежик, курва. Ежик. Ежик, курва. Так. У нас в находочках вот такой плеер. Плеер у нас... Грюндик. Батареек нету. Нету. Нету, это хорошо. Тоже сегодня не могу проверить, потому как нету у меня батарей таких. Вот. И дальше у нас еще одна вещь. Еще одна вещь вот такая. Так, прям кулечки была найдена. Вот такая сигарета, электросигарета с колпачочком. Вот, и, кстати, она, я пробовал, она даже включается. Вот, видите. Сейчас она выключена. Вот сейчас включена. Ну, что-то требует там, наверное, зарядки. Ну, в общем...
такая сигарета. Я не знаю, продаются они бэушные, не продаются. Ну, пока оставлю. Посмотрим. Так, ну и вот она, еще одна коробочка с инструментами. Инструменты сегодня в цене. Так, а тут у нас флекс со всеми, ну как флекс, это я говорю, флекс здесь называют, в Германии называют такие аппараты флексами. Хотя это далеко не флекс. Диски можно выкинуть нафиг. А саму машинку можно оставить, даже если она не рабочая. Ну вот один диск новый, мы его, короче, сюда вот так вот воткнем, якобы в комплекте, да? Вот, что здесь не хватает? Я вижу, что здесь не хватает защиты вот этой, да? Защиты не хватает. Ну, давайте попробуем включить ее. А, тут хитро, тут нужно нажать сюда, а потом давить. Но это рабочая машина. Это машина рабочая. Так, диски. Это плохой. Все плохие диски. Ну вот этот. И вот этот можно оставить, положить сюда. Как бы для комплекции, да? Так, и ручку тоже сюда можно. Что у нас еще два ключика? Ключика здесь было. Тоже мы их оставим. В общем, тоже уйдет на барахолке. Поэтому я собираю сейчас любой инструмент. Как уже я и сказал, даже в любом состоянии. То есть неважно он будет. Ну как, важно, конечно, что инструмент рабочий продаться задороже. Вот. А если не рабочий, он все равно продастся. В общем, это тоже на барахолочку. А здесь у нас на один вот такой фен. Фен от. Ну это не фен, это щипцы, да? Щипцы с каким-то там этим. Сатин Хайер 7, короче, премиум эдишн. Вот. Давайте посмотрим, что нам тут предлагает фирма Браун. Опаля. Выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Не знаю, пользовались им, не пользовались. Все, есть инструкция. Ну, давайте попробуем включить. Так. О, смотрите, рабочий. Показывает температуру нагрева. Ну, такой, я вам скажу, дорого стоит. Браун Хайер. Ну, короче, такой зачетненький. Вот. Вы знаете, я даже, наверное, сначала... Уже новый, блин. И вообще, смотрите, у него все вот здесь вот... Ой, уже горячий. У него все новенькое. Я его, короче, сначала покажу своим девчонкам. Вполне вероятно, что они скажут: о, а нам как раз такой нужен был. Так что, хорошая зачетная находочка. Ладно. Окей. Ложим на место. Вот так вот. Так, ну, уже зачетно, уже мне нравится. А тут у нас дальше идет неплохой аппаратик. Только вот я хотел его немножечко вытереть от пыли. Так, я на спрей. Немножко мы его так вот сбрызнем.
и вытрем его. Очень хорошая, достойная марка. Или как, компания, фирма. Сейчас все увидите. Итак, вот он, Denon. Denon модель. Сейчас посмотрим. DRM 540. Ну что же, DRM 540, это зачетненько. Давайте только определимся с тем, работает ли он. Кассета нам нужна. Так, вот так вот включаем. Он же включен. Включается, включается. Окей. Эжект у него вот так работает. Ну, здесь ничего особого нет. Нету там трех моторов. Нету там каких-то прибамбасов сильных всяких. Вот. Поэтому я думаю, что не какой-то особо дорогой аппарат. Но то, что он Denon, то, что он, если еще и рабочий, то уже, в принципе, зачетный. Да, он работает. Вот. Ну а цену сейчас мы его посмотрим. Ну, посмотрел я, короче, у нас Denon такие начинаются от 30 где-то до 80 евро продаются. Вот. Ну, там в зависимости от состояния. У нас, кстати, состояние замечательное. Я думаю, что в полтинник можно такое оценить. Ну, в общем, как-то так. Вот. Ладно, пока меня все устраивает, зачетненько. Сейчас продолжим.